Где жить? Этот вопрос волнует тысячи жителей Прибайкалья. Иркутская область – один из лидеров по необеспеченности детей-сирот с жильем в стране. Такие данные опубликовал уполномоченный по правам человека в регионе Виктор Игнатенко. По информации омбудсмена, непосредственно в Иркутске квадратный метр для сирот не приобретали с 2016 года. По информации, на 31 декабря 2018 в Иркутской области проживали почти 10 тысяч выпускников детских домов, так и не получивших жилье, которое им положено по закону. Самому старшему из сирот, стоящему в очереди на квадратные метры, 42 года. Если у него шансы когда-то переехать в свою квартиру, вопрос сложный. Судите сами, в 2018 сиротам было предоставлено 410 жилых помещений. Годом ранее в два раза больше. К тому же определенные вопросы периодически возникают и к качеству выделенных квадратных метров. Изменить ситуацию, по мнению уполномоченного по правам человека в Иркутской области, может лишь ежегодное трехкратное повышение финансирования на покупку жилья для сирот. Рекомендации Виктора Игнатенко будут рассмотрены на ближайшей сессии законодательного собрания.